друзья, я вас приветствую. Очередной выезд, рыбалка, зимняя, марина, как видно, по низкому уровню воды. Вы часто писали и просили рассказать, что сейчас происходит в Марино. Соответственно, такой коротенький видосик будет именно отсюда. По промеру следующая ситуация. Два рубежа. Неделю назад был выезд. Дистанция работала дальняя очень хорошо, порядка 45 метров. Сейчас есть эта дистанция, она почти там 45. И есть еще одна ближняя дистанция, это порядка где-то 25 метров. На дальний рубеж у меня бланк Тригарон 3,9 с тестом 90 граммов, с большими колечками, так как они меньше промерзают. Плетеный шнур обязательно, потому что плотвичка здесь поклевывает очень осторожненько, это надо все видеть. Катушка на этой бланке 6000 размера, хорошая, тяговая, уже проверена первыми морозами, пока с ней все хорошо. Второй бланк для ближнего рубежа — это Тригарон с тестом 60, ростом 3,6, на котором установлен Шерман, проверенный годами, тоже с тонким шнуром 0,06. Это флагмановский шнур гибридный, который меня вполне устраивает. Для такого рубежа в 25 метров это вполне подойдет. Снасть вполне себе рабочая. Прикормку, как и водится, я приготовил вечером в домашних условиях. Все теплое было. И уже в процессе ловли на воде доувлажнил. В отличие от прошлой рыбалки, когда работал поводок 1,20 м, сейчас актуален поводок буквально 80 сантиметров, потому что течение то включают, то выключают. По этому принципу этого поводка вполне себе хватало. Три варианта крючка, которые обязательно здесь понадобятся. Это сильвероуч в размере 18, маленький загиб сот, классика жанра для одного-двух мотыликов или максимум одного опарыша. Супермач пригодится в тех случаях, когда рыба уже хорошо отзывается на опарыша, буквально одна личинка очень хорошо реализует рыбу. Вторая половина рыбалки, однозначно крючок лидер, это Grand Feeder 14 номера, потому что собираются уже более крупные особи, клюют на два опарыша, как красный и белый, так же как и хороший вариант насадки бутерброд сегодня работает, это красный опарыш, несколько мотыликов. Периодически рыба переключается, потому что это марина, здесь спортивная рыба замученная, либо просто мотылики, либо два опарыша, либо это комбинация. Очень хорошо сегодня работает. При большом использовании мелкого мотыля кормового в прикормке размешанном можно хорошо привлекать подлещика. Но задача — поймать плотву. И она, я так думаю, получится. Рыба также неплохо отзывается и на ароматику в небольшом количестве. Концентрат спорт от флагман достаточно неплохо возвращал рыбу на точку. Погода сегодня сильно не мучила. Как видно, достаточно легко я был одет. Давайте посмотрим итоги рыбалки. Маринская плотва на месте, проверена Сергеем Пузановым. Рыбка подросла, однозначно превалируют вот такие батончики. Раз, два, рыба однозначно набралась веса. Хорошо летом, видно, за лещом доедала. Поэтому рыба есть, в Марино можно приезжать, проверено. Надеюсь, вам это видео понравилось. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, смотрите прямые эфиры. Чтобы их не пропустить, жмите колокольчик, вам будут приходить уведомления. Всем пока!